Добрый вечер! С вами Светлана и мой канал «Любимый сад и огород». Решила устроить выставку своих томатов. Смотрю и радуюсь. Какая красота наросла! Тут еще не все сорта у меня. Это только часть выложила. Решила поделиться своей радостью с вами. Начнем с сорта вот «Малиновое мамино сердце». Это самый первый у меня он начал зреть томат. Томат очень вкусный, урожайный. Вот он такой по внешнему виду. Немножко сердечной формы. Где-то поострее носик идет, где-то поменьше. Это вот уже последний томат у меня снятый. Малиновое мамино сердце. Рекомендую этот томат. Семена томатов у меня этих будут. Вообще все, семена всех томатов, какие здесь представлены, будут в наличии. Значит, этот томат я выращивала первый год, но сортом довольна, буду продолжать его садить. Следующий томат в желтые и красные торбочки. Уже садила я его первый раз в этом году. Вот часть созрела, еще в основном зеленые на кусту они. Вот садила все за желтые торбочки, но на одном кусту оказались желтые, на другом красные торбочки. Вот такие красные торбочки. Видимо, попало семечко от красных торбочек. Вот, ну я думаю, на засолку такие томаты пойдут, они такие плотненькие. Попробуем, еще пока не пробовала, не разрезала этот томат. Дальше томат идет большой белый, вот такая красота, большой белый с антоцианом. Тоже выращивала первый год эти томаты, потом сниму видео на разрезе, на вкус попробуем, какой он. Будет отдельное видео. Так, продолжаю съемку. Почему-то прервалось у меня все. Ну вот, остановилась на большом белом. Так, следующий томат. Это у меня черный император. Эти у меня томаты растут в грунте. Второй год уже их выращиваю. Очень вкусные томаты. Подходит и для консервации. Очень вкусные плоды, сладкие. Кто любит сладкие томаты. Черный император. Это немножко вот такие более круглые по размеру. Есть сливовидные. В общем, хорошо растут в открытом грунте они. Так, вот это грейпфрут. Этот томат я выращиваю каждый год. Мне он нравится по вкусу. Томат Лёшки. Грейпфрут. И урожайный. Вот такие вот они биколорчики. На разрезе я потом еще пока не разрезала, покажу позднее на разрезе. Грейпфрут. Так, вот это томат Франкенштейн. Тоже его выращиваю второй год. Вот такие вот они плоско-круглые томатики идут. Уже очень вкусные. Урожайный томат. Я их уже вот все сняла с куста. Франкенштейн. Так, следующий идет зебра Зольта. Вот такая красавица. Очень вкусный. Один томат разрезала. Он стал мягкий. Пыталась взять семена, семян не нашла. Посмотрю, как в других томатах будет. Зебра Зольта. Очень вкусный томат. Это выращивала я его в теплице. Первый год выращивала. Так, еще один полосатенький томат. Это копия. Еще не разрезала его на вкус. Позднее разрежу, попробуем. Выращивала в этом году в теплице, в том году в открытом грунте. Как-то он мне не очень понравился, поэтому выращивала в теплице. Ну, по урожайности я не скажу, что он очень урожайный. Ну, ради интереса я сажу разные томаты, пробую. Это копия. На разрезе потом покажу его. Так, вот этот томат, лимонные полосы Чероки. Вот такой красавчик. Это вкусный томат. Я его выращиваю второй раз. Позапрошлом году выращивала и вот опять решила в этом году попробовать. Вкусный урожайный томат. Лимонные полосы Чероки. Семена всех этих томатов у меня будут в наличии. Кто любит разнообразные томаты, пробовать новинки. Так что ж, пишите мне.
Вот эти здоровяки. Это у меня оранжевая клубника. Вот такие вот здоровые. Наверное, вес пока не взвешивала. Потом буду смотреть на разрезе, взвешиваю. Вот в ладонь не входит. Ну, всего две штуки на кусту выросло. Из-за жиры не все в этом году кисти завязались. Ну, ради интереса мне вот хватит таких двух. Зачем их много так? Оранжевая клубника. Есть еще немецкая оранжевая клубника, но это у меня другой куст сидит. А это оранжевая клубника. Это разные сорта. Так, вот это вот мечта Алисы, красавица. Вон какая красота. Мечта Алисы, вкусный томат. Он как бы начал зреть у меня поздно завязываться. Он прямо светится аж. Красота какая. Мечта Алисы. Вот тоже семена будут этого томата. На разрезе тоже все будет показано. Так, вот это вот у меня красненькие тут лежат. Это, ага, это Ларискино сердце. Тоже урожайный томат. Я его выращиваю второй год. Тоже на видео у меня есть. Снимала в теплицу эти томаты. Ларискино сердце. Тоже хороший томат. Вкусный, урожайный. Вот эта вот красота лежит. Это аметистовая драгоценность. Вот какая красота с антоцианчиками. Лёшки томат. Урожайный. Аметистовая драгоценность. Выращивала я его в теплице. В том году пробовала в грунте, но в грунте мне не понравилось, как он вырос. В теплице мне понравилось. Так, вот эти вот коричневые томатики, это Кумата Блэк. Я их выращивала в грунте. Как-то в этом году урожайность была хуже. В том году очень урожайный сорт был. А тут как-то часть у меня заболели, не знаю, или пережарились. Закрывала их поначалу пленочкой. В июне было холодно, и часть сортов у меня заболели. Кумата Блэк. Вот это вот он на консервацию хорошо и вкусный покушать. Вот такой необычный коричневый томат. Так, вот это вот зеленая тайна личинки. Вот она такая, зеленая тайна личинки. На разрезе такая изумрудная. Тоже вкусный томат, урожайный. У меня по два кустика в лунку сидела. Некоторые по одному, некоторые по два кустика. В каждой лунке я все разные сорта выращивала. Зеленая тайна личинки. Тоже на разрезе у меня видео есть. На вкус все это описание есть. Ну, тоже вот треснули на кусту. Так, дальше. Вот это вот у меня помаранч. Первый раз эти томаты выращивала. Какой здоровый помаранч. Вот в ладонь. Не входит он у меня. Биколорчик. На разрезе покажу позднее. Вот два томата пока вот у меня созрели. Лежат два томатика. Вот такая красная шапочка у них. Помаранч. Первый год выращивала их. Так, вот это вот томаты Варшава. Они начали тоже у меня зреть одни из первых. Вот все уже после остатки сняла их, эти томаты. Куст вкусный, урожайный. Устойчив к заболеваниям. Тоже выращиваю его второй год Варшава. На разрезе показывала. Так, вот это вот у меня королевское сердце. Вот такие тоже биколоры. Такие красные шапочки. Носики. Вот такая красота. Королевское сердце. Первый год эти томаты выращивала. В разрезе и на вкус у меня тоже снято отдельное видео. Здесь разрезать не буду. Сейчас просто делаю обзор всех томатов. Так, вот это у меня Адонис из Риги. Я его выращиваю второй год. Вот такие вот томаты. Очень вкусные, урожайные. Адонис из Риги. Рекомендую этот томат. Семена у меня есть. Так, дальше что у нас идет? Так, вот это вот канадское наследие. Вот такая красота, тоже биколорчики они.
На разрезе очень красивые. Тоже у меня на разрезе отдельное видео и на вкус. Где я снимала видео отдельное. Вот. Канадское наследие. Так, вот это вот шоколадное сердце Рейнхарда. Вот такие вот шоколадного цвета томатики. Они до сих пор у меня на конце еще зреют. Часть пропусков из-за жары была. Вот сейчас они вверху завязываются. Тоже урожайный томат. Два кустика у меня было. Часть я уже на семена порезала. Часть еще на кусту сидят. Вот это заржавевшее сердце Эверетта. Очень вкусный томат. На разрезе такая красота. Тоже выращиваю второй год. Вот, заржавевшее сердце Эверетта. Тоже вот трещина. Начинает тут немножко портиться. Вот такие томаты. На разрезе у меня тоже съемочка есть. Как они выглядят. Так, вот это вот желтые лежат. Тоже такие вот здоровые. Это Лискин нос. Тоже трещинка на томате. Вроде не поливаю уже, все равно трещат. Лискин нос. Вот, пока сняла три зрелых томата, но там на кусту еще висят. Растут томатики. Это я первый год выращивала. Такие томаты. На разрезе потом покажу. Так, вот это вот биколорчик тоже у меня лежит. Это семейная реликвия Родса. Вот такой вот томат биколор. Вот он такой плоско-округлый. Округлый, ребристый вот здесь. Тоже вон трещинки пошли. Еще не пробовала. Какой на вкус. Буду завтра разрезать, делать съемочку. Так, ну и последний у меня здесь. Это ежевика. Вот я всю последнюю сняла ежевику. Так, и в ящике оставила ее. Вот такая вот ежевика. Тоже я первый год ее выращивала. Урожайный вкусный томат. Устойчив к заболеваниям. Что ж, рекомендую. Ежевика. На разрезе тоже у меня отдельное видео снято. Такие вот томатики. Так, все, на этом я съемку сегодня заканчиваю. Завтра сниму минусинские сорта томатов, какие у меня есть. С вами была Светлана. Подписывайтесь на канал «Любимый сад и огород». Всего доброго!
Томат «Канадское наследие». Очень вкусный урожайный томат. Выращиваю второй год. Вот такая красота. Вся прямо светится. А мякоть... Вообще красотища. Одно сплошное мясо. И очень-очень вкусный. «Канадское наследие». Рекомендую. Семена данного томата есть.